Всем привет! Сегодня хочу для вас снять видео, показать то, что как я собрала чемодан на море. Я беру минимальное количество вещей. Это чемодан для меня и для мужа. У ребенка у нас отдельный чемодан. В общем, что я положила в этот чемодан? 3 купальника. То есть там нижнее белье, носки. Вот 3 разных купальника. Потом 2 кепки у меня такие на пляже, чтобы солнце не пекло. Это кепка мужа. Здесь вот я положила несколько майк. Как я складываю таким образом майки, у меня есть отдельное видео, чтобы компактно уложить их. Вот майки штук, наверное, 8 я положила. Легкие сарафаны. Платье такое на вечер, уже от ветра, чтобы защищало, рубашку. Вот такие у меня тут сарафанчики есть. Так, это нижнее белье мужа. Тут вот его шорты тоже. 2 шорта он с собой будет брать. 1 рубашку и 4 майки. 5 майк. И всегда мы с собой берем дорожный утюг. Очень помогает в дороге. Так, ехать мы будем на машине. Так, еще я взяла вот такую сумку. Видите, здесь она на таких молниях. То есть она раскладывается, но я не буду сейчас ее раскладывать, в виде коврика. То есть на ней можно лежать на пляже. Очень удобная. В общем, такая сумка. Ее мы тоже берем с собой. Так, что еще я с собой беру? Конечно же, селфи-палку. Куда же? Ну, фотографии. Вот такая палка. Потом беру вот такой кейс для GoPro камеры. Вот тут у меня всякие флешки, зарядки к ней. То есть переходники, крепления. Ну, тут, соответственно, будет лежать сама камера, на которую я сейчас снимаю вам видео. Так, взяла вот такую косметичку. Особо красить я там не планирую. Что это косметички? Ну вот, мой дезодорант. Тушь обычный, подводка для глаз. Тени для бровей у меня такие. Самые обычные. Помада и черный карандаш. Маникюрные ножнички я взяла. И для бровей такие щипчики. Но это я как бы положу все равно к нам в рюкзак, в салон. Чемодан у нас будет лежать в багажнике, чтобы нам без конца их не доставать. Так как я сказала, мы едем на машине. Так, давайте я вам покажу, что у меня в этом кармане. Так, в этом кармане у меня... Вот диски для снятия макияжа ватные. Палочки. Ну, я так кинула целую упаковку. Пускай будет. Хоть они останутся, но все равно. Бинт один. Перекись водорода, мало ли что. Здесь будет. Потом пена для бритья, бритва. Так. В этой косметичке у меня лежат зубочистки, спички. Так как мы будем жить не в отелях, а будем готовить сами в частном доме. Потом взяла, называется пантенол, скорая помощь, сливки после загара. И вот такой вот детский крем. Тоже вот так мало будет жечь, если после загара на ночь мазать кремом. Очень хорошо помогает. Так, дальше, что еще я взяла? В этой косметичке у меня аптечка, нурофен я взяла, пенталгин, вот ножнички, зеленку, активированный уголь, в общем, пластырь, там нож, парацетамол, если температура. Ну, в общем, все необходимое, то, что может понадобиться на море, да? Если что, чтобы нам не бегать там по аптекам, не искать. Взяла еще капли ушные.
Мало ли так вода в уши зальется, будет стрелять. Потом лоза ванн-галиб взяла. Вот такие белые, черные нитки с иголки. Там вот несколько пуговичек я взяла. Мало ли там где что-то оторвется, пришить. Мусорные пакеты взяла. Понадобится. Потом вот такие вот резиновые тапочки у меня в прошлом году. Мы покупали по гальке. Вот хорошо ходить, когда крупные камни. Очень хорошо помогает, чтобы ноги не было больно. Это мои. А у мужа вот такие. Эти мы покупали, по-моему, вот эти мужу в Таиланде еще когда были. То есть хорошие такие они. Ну, в общем, в принципе, все. Вот эти все шампуни, все средства, то есть я буду класть в рюкзак, потому что мы будем по дороге останавливаться в гостинице на ночевку. То есть это зубная паста, щетки, это будет у нас в салоне лежать. Я это в чемодан не стала класть. То есть мы их уберем в багажник, и они у нас там будут, наши чемоданы лежать. Вот такое видео я решила для вас снять.